Доброе утро, страна. Будет Константина она. Поросята на лугу пасутся. Курочки в загородке несутся. Пора просыпаться, Константин. Ну, кушать вкусные пальчики пора. Опять шалять. Как бы их нагнать, интересно. Чтобы банды взлетели. Новый влог ни о чем. Как вы любите, как всегда, новый влог ни о чем. Обязательно напиши об этом комментарий, чтобы я запомнил это неоднократно вообще. Сейчас будем ворон пугать. Не получается вообще ничего. Телефон тупит, тормозит, картинка сыпется. Да, на щепке расшипается, вообще ничего не показывает. Дрова вообще полные. В общем, надо его за воронами закинуть, чтобы они мне новый телефон просто принесли, и будет все в порядке, да? Ага. Продолжаем влог ни о чем, короче, в общем. За воронами чутка полетали. Неудачно, конечно, но зато уже мошки активизировались сегодня. Что-то там у нас понедельник, вторник и плюс 20, в общем. Ветра нет, погода отличная, ясная, жара, просто дышать нечем. Я вот даже уже мошку только что съел, они тут прям, фу, дискотека у них полным ходом. Вороны. Ну что, погнали дальше, пару кадров сделаем со ставка, который высыхает. Вообще там на середине ставка можно пешком ходить. Если перепрыгнуть, можно рыбу со середины ставка ловить. Вот это улет, сейчас сделаем. Погнали. Ну вот так, если подъезжать к ставочку. Сразу вот такой вот вид, паутина даже, вот такой вот вид, сколько высохло. А смотри, не соскользни, буркнешься. Вон там мы с Лехой ловили, ну давненько, правда, вон там вода была, а сейчас вот это вот все высохло, и вот тут такой видончик, но это еще малость. Вот тут такой крутой обрывчик, камешек бросить и... покатился. Кубарем все катится. Осторожно, колючка. We'll be right back.
Сейчас чуть проберемся через хащи. И сразу будет видно, как обмелил столочек. Итак, внимание. О! А яблоко перелетит? Фу. Мелко. Ну вот так вот помелел столочек. Никогда бы не подумал, что на середине, да он и не глубокий получается, тросы какие-то валяются там, что-то такое, рыба плещется, конечно, прям воды мало, лягушки прыгают, рыбешка вон плещется, рыбаки на той стороне сидят, рыбешку ловят. Ну и запускать, как обычно, это же небезопасно, потому что трахают мозги вот эти вот обычные люди. Обычным людям не весело. В республике у нас тут все четко, слажено и стабильно. Поэтому вот такой вот маленький летунчик для республики и для населения. Это вот такая вот, сука, проблема. Вообще жарости. Сейчас вниз проберемся. Пойдем глину месить. Спускаюсь. Тут, оказывается, кто-то даже сделал ступеньки, чтобы можно спускаться. Но они уже обрушились. Эй, как же тяжело спускаться вообще. Обалдеть. Это все из-за того, что у тебя палка в руке. Пробирайся, глянь, откуда мы, с высоты какой пришли. Чего ты предлагаешь, пройти и как-нибудь отлипнуть? Да. Нет, можно пойти и застрять. Я тебе не советую, дружочек, идти. Это же кавер, знаю. А чё ляску как гнать? Давай, пробираемся как-нибудь. Выйдем на середину. Смотри, сильно я прогрузаю, допустим. Не знаю, как ты. А я прогрузаю. И я прогрузаю. Какой-то ужас, куда нас несет, я не знаю. Поперлись. Поперлись, но вроде вышли на более-менее какую-то сухую. О, здесь сухо прям. Сухая почва, ничего, не мокро. Глянь, какая красота. Красная трава, да? Никогда бы не подумал, что перейдем вот на ставочек, а ставочек мелкий по колено. Дядя, он в грязи там плавает. И чуть-чуть рыбаков. Вот такие вот селявочки плещутся, пытаются по воде пройтись. Лягушки и муляки по колено. Все, больше ничего нет. Вот такая и наша жизнь. Вот так вот вообще. Год высокосный, и как обычно что-то происходит. В этом году вот очень сильная засуха. У людей даже колодцы обмельчали, скважины обмельчали. Да что? Большой пил. Бух. Да что там говорить? Вон, ставок высох. Но тут ставок такой интересный. Интересный почему? Потому что здесь рядом выкачивают насосом воду.
прямо из ставка и поливают то клубнику, то помидоры, то огурцы. Ну и продают потом на рынок. Обхожу по самому краю, но все равно ноги прогрузают. Ноги прогрузают. Вообще не пройти нигде. Вот такой вот ставочек, обмельчавший. Не знаю, получится ли запустить. Рыбаков человек 15 сидит, наверное. Если только высоченько. Чтобы подняться, немного нужно попотеть. Хорошо, хоть ступенечки есть. Легко вообще подниматься. Только здесь, под верхом. Газуем все за мной. Ну и как ты туда забрался? Влетел на ракетном космолете. Папа, знаешь, где моя грузила? Кто любит яблочки, мы нашли такие махонькие-махонькие, сочненькие-сочненькие. Вот такие вот яблочки. Сейчас пару штучек сорвем домой и все, уже будем отправляться. Вот такие вот манежки. Чтобы понимали, я сейчас сорву пару штучек. Во, вот такие вот. Держи, дружок. Яблочки у нас. Угу. Уже попробовал? Вкусные? Угу. Ну и отлично, да? Еще одно у меня есть. Да. Три получилось. Угу. Два вот. Нам и одно Вероничке. Да, вот такая яблонька. Угу. Будем каждый год к тебе приезжать и кушать эти яблочки. Грузило. Вообще. Сын нашел на ставке грузило и радуется бесконечно этому. Прикольная штука. Заберет домой, говорит, буду пирамидки ломать. Ну а на этом вот коротенький такой вложик. Вложик ни о чем, о моей любимой природе. Как обычно, подошел к концу. Не подписывайтесь на мой канал. Ну а лайком можете задобрить или комментарием. С вами был Юрец и... Всем покеда! Пока!